начнешь уважать людей, честно относиться там, к занятиям, да, там, грубо говоря, не пришел, там, даже если ты опоздал, ты честно скажешь, проспал. Не то, что там, ой, меня там на улице, это собака, там то, все. А честно скажешь, да, там, я проспал, да, и к тебе лучше присутствие. А у нас почему-то, ну, опять же, вообще относится к тому, что люди боятся честно сказать, хотя в этом нет ничего такого. Ты скажешь честно, тебе нормально отнесутся, да, ну проспал, ну бывает, да, вчера там поздно лег, еще что-то. И тебя тренер поймет, чем ты начнешь врать, и здесь будет уже вдвойне. Ты опоздал, ты соврал, и уже получается комочек становится большой. Да, поэтому и здесь все эти качества, как дружба, уважение, искренность, которые мы до этого говорили, да, они могут отлететь. Да, однозначно. В сторону. 100%. Поэтому честность должна быть, и здесь уже должно быть, ну, в совокупности много, то есть желание самого человека, добавим сюда искренность с тренером, да, в своих как бы желаниях, чтобы тренер мог в этом всем помочь, ну и занятие как бы нашим красивым интеллектуальным видом спорта. Скромность. Говорить о себе без гордости, вот так объясняется это. Скромность – это говорить о себе без гордости. И недавно я разговаривал с одним человеком, там вопрос гордости, гордыни, он сказал, что разные вещи. Ну, я не... Хорошо, скромность. Ваша. Я скажу так, пока ты не добился результатов, да, ты можешь быть скромным. Потом, да, как в фильме, в старом нашем фильме «Ищите женщину», да, скромность должна быть, это когда не других украшений. Вот здесь, наверное, точно так же. То есть, да, когда ты достиг всего, потом, я скажу так, да, вот, если там, говорить о гордыне, о скромности, о гордости, у нас звездной болезнью люди заболевают из-за журналистов. Я, может быть, опять же, это ну, мое мнение. Согласен, но это бизнес журналистов. Да, я могу как бы просто там, ну, переложить это, да, там, типа, не я виноват, нет, это все не за меня, это все они. Но получается так, что ты выиграешь соревнования, в принципе, ты сделал свою работу. То есть, ну, да, ты спокойно к этому. И здесь начинают журналисты, вы чувствуете себя, что вы там такой-то. Ты такой, да нет. И когда на протяжении, допустим, после какого-то того серьезного старта, на протяжении недели, двух, каждый день те журналисты, вы чувствуете, ну как, вы же такой. И ты понимаешь, так, ну, в принципе, если люди говорят, ну, может, говорят. Да, может, я все-таки действительно, и все, и оно получается, ты хочешь, не хочешь, начинаешь там задирать нос, да, а еще если ты там, какая-то у тебя травма была, и ты с этой травмой что-то там победил, то и тебе это все преподнесли, что ты вообще там мученик, сделал что-то такое невыносимое, и все в таком плане, ну, здесь, ну, слушайте, здесь, ну, здесь вот надо посмотреть предыдущий. Искренность, честность, и все, тогда, ну, да, будет. Потому что так, оно, ну, скромность развивается, вот опять я почему возвращаюсь к занятиям. Можно ли развить ее через... Опять, понимаете, я скажу так. Мы же приходим все на дзюдо в основном какие? Белые, да? Мы же как бы по сути, мы просто, да, мы люди, малыши приходят, вот вы пришли ребенком. Я скажу так, вас... вот если честно, вот, да, вот просто я возьму не по себе, потому что, да, ну, у меня много всего было в жизни, как бы, да, я как бы смотрю это с другой стороны. Я смотрю по спортсменам, допустим, которые приходят ко мне тренироваться. Я скажу так, что мои тренировки добавляют уверенность вообще просто. Вот я вот вижу по людям, как они реально меняются, как они приобретают уверенность, как они становятся более сильными, они начинают по-другому мыслить, более широко, да, то есть, да, присущ дух команды, да, также люди друг другу там готовы помочь. Дружба. То есть, в принципе, я вот вижу, да, ребята, которые, причем только пришли, друг друга они не знали. И как они друг с другом общаются, как они там, не знаю, там, переписываются вне там всего остального, как они с уважением относятся друг к другу непосредственно на тренировках. То есть, да, как они, ну, есть такое. И в то же время, опять же, есть люди, даже в моем коллективе, которые ты видишь, что они, вот как мы говорили, что как вот есть плюс, так вот минус. То есть для них идет минус. То есть они даже видят другого, как бы, результат другого, возникает там зависть, да, искренне, да, уверенности
не то что меньше, а как-то вообще по-другому, честности тоже как бы там, и все получается как бы так в минус. И здесь, понимая, что здесь зависит от, ну, в первую очередь, все равно желания. То есть, если у человека есть желание, он добьется вообще очень многого и всего остального. Если у него нет желания, как бы не хотели реализовать свои амбиции там его родители, как бы не хотел реализовать амбиции там помочь ему тренер, как бы там, я не знаю, там люди там еще кто-то не помогали ему, там друзья и все остальное, ничего не будет, у него желания нет. То есть да, я, вот, ну опять же, скромно, знаете, вот, я сразу понимал, что я, ну, буду с этим спортом там всю жизнь, да, я и отдавался ему полностью, да, был искренне, я не врал, я на тренировки приходил именно работать. То есть я никогда не отрабатывал, не был, не отбывал просто номер на сборах. То есть я пахал, неважно там что, как, но я, ну, готовился к тому, что даже если эти соревнования я проиграю, то следующий я выиграю. То есть, да, я там, не, у меня не было там, неприятно, скажу так, неприятно, когда там меня узнают на улице, да, там, когда там обо мне какие-то вещи говорят, там, да, я могу там покрыться потом, там, стать красным, все это дело, но в душе, само собой, я как бы врать не буду, мне это приятно. То есть, ну, возможно, для этого, как бы, я этого всего достигал, помимо того, что там добиться каких-то результатов, чтобы, да, там, все-таки узнавали, там, да, ну, известно. Ну, мне кажется, скромность – это еще такой факт, как бы, использовать свои, знаете, как бывает, использовать свои достижения личные в каких-то, ну, не совсем хороших вещах. Ну, здесь, нет, ну, я говорю, мне приятно это все, но в то же время, как бы, я не буду, там, при первой же встрече, там, или что-то такое рассказывать, да я такой-то, нет, наоборот. Здравствуйте, да, самый великий учитель. Да. Нет, я, наоборот, да, у меня были моменты, когда, там, я сидел с людьми в компании, там, там, оказывалось, что там ребята тоже, там, допустим, дзюдоисты и все остальное, и ты говоришь, о, там, здорово, там, да, а, вернее, тебя спрашивают, ты что, ну, дзюдо занимаешься, он говорит, о, мы тоже, типа, ну, что, как результат, и говоришь, ну, так, потихонечку, да, хотя имею уже, там, титул достаточно, ты, как бы, там, скромничаешь, и потом, когда люди приезжают, там, случайно на эти соревнования, ты, там, выигрываешь, и, там, в первой финальной встрече, а потом все твои регалии, это человек, типа, говорит, скромный, да, чисто для себя, то есть, да, такое есть, не, ну, нет такого, что здравствуйте, я Геннадий Дзюдо. То есть, ну, такого нет. Самоконтроль. Не знаю, вот тут такая вещь, качество очень и с одной стороны важное, и с одной стороны, может быть, не очень. Умение сдерживать гнев. Самоконтроль, умение сдерживать гнев. Ну, скажу так, не всегда это получается. Искренне скажу. То есть, да, гнев, он есть и, как ни странно, и на соревнованиях много. Что касается непосредственно самих спортсменов друг с другом, да, люди, там, ребята начинают зарубаться и... Когда вы не контролируете гнев, это же приходит к плохому результату. Ну, ты не контролируешь себя, да, когда начинаешь, как это правильное слово, это, ну, как бы заводиться, когда начинает человек. Да, то само собой он уже, ну, просто теряет. Он, во-первых, ты не слышишь ничего по сторонам, то есть ты, даже те умные советы, которые тебе дает тренер, так как ты их не слышишь. То есть, да, у тебя задача, глаза горят, и вот он, ну и само собой на этом все попадаешься. То есть, да, не зря, как бы, здесь может быть не очень плохое место, но все же, да, там, месть должна быть холодной. Если ты все-таки решил, как бы, там, да, выиграть и все остальное, ну, заводиться не надо. То есть ты должен, чтобы у тебя мозг работал четко, там, раз попытался, допустим, даже там кто-то тебе случайно там локоточком задел, коленочкой все это делал, то есть здесь не должно быть агрессии, я тебя жена! Потому что все, у тебя мозг отключается, а многие спортсмены, ну, часто используют всякие вот эти вот, скажем так, грязные мульки для того, чтобы именно вывести тебя из колеи, то есть, да, там, допустим, в партере, да, там, куда-нибудь тебя воткнут, еще что-то там, ты начинаешь заводиться. И когда ты заводишься, ты теряешь контроль. И здесь тебя на это ловят. То есть, да, ты уже там, сломя голову, летишь, и человек такой тебя ждет, и красивенько подсыпь. Ну вот самоконтроль в жизни вообще такое имеет одно из важных, не только в дзюдо. Ну, само да? собой, да, когда вот. Там тебе все-таки там, наступили там, на ногу, это не да. Знаешь, что надо развернуться и
втащить. И, ну, опять возвращаясь все время, как бы, значит, занятия дзюдо могут развить это качество в большей степени. Я скажу, как вот я уже говорил, это может быть, опять же, развито в плюс, развито в минус. То есть здесь уже зависит от среды, в которой. А само собой от того коллектива, клубе, да, коллектив, от того коллектива, в котором, от тренера, какая задача у тренера и все. Потому что, да, опять же, сейчас время такое, что, наверное, не каждый, ну, мы не будем говорить клуб, не каждый коллектив, да, следует непосредственно философии дзюдо и тому же кодексу, да, многие коллективы заряжены на то, и их руководители заряжены на результат любым способом, да, там, как только можно, и там не обязательно, что это будет честно, искренне, там, самоотдача и всем остальным, главное, чтобы это был результат. Вот. А люди, которые действительно искренне переживают за этот вид спорта, за вот эти все изменения, скажем так, ну, на мой взгляд, ну, которые отдаляют, да, от той философии дзюдо, которую вкладывал дзюдо непосредственно там Дзигара Кана, то, конечно, в их коллективе только и будет, ну, все хорошо. То есть там будет прививаться и уважение, и честность, и искренность, и скромность, и самоконтроль, и все остальное. Я думаю, что когда ребенок там будет заводиться, он будет, ну, не скажу, чтобы наказан, но выговор получит, да, за это дело, чтобы он мог себя контролировать. Храбрость. Храбрость. Смелость делать то, что считаешь правильным. Вот вы сейчас сказали, тренер говорит так, а ты там не самоконтролируешь, но ты же ты думаешь, вот, ну я же знаю, что вот эта техника здесь пройдет, а тренер говорит не то, и ты смело идешь на эту технику. Конечно, если ты выиграл эти техники, то все хорошо. Здесь, можешь, знаете, такой если интересный вопрос, потому что на него много, ну, такой ответ может быть большой. Храбрость — это все хорошо, да, там кто там, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, но. Ну, риск здесь и храбрость может быть и разным, все-таки. Ну, я скажу так, во-первых, для того, чтобы все было хорошо, возьмем, просто рассмотрим там, да, обычную схватку, не сама. То есть помимо того, что ты должен там быть готовым, то есть, да, ты был, даже нет, прям, смотрите как, чтобы рассмотреть, допустим, схватку на соревнованиях, мы должны немножечко уйти назад, посмотреть, как был тренировочный процесс. То есть, да, спортсмен должен быть честен, то есть, да, и пунктуальным в том плане, чтобы приходить на тренировки. В тренировках должен выкладываться, да, там искренне там все это делать, с уважением также относиться к тренеру и к его заданиям, которые он говорит, также к своим партнерам и все остальное, контролировать, опять же, самоконтроль, контролировать свои эмоции во время тренировочного процесса, да, нравится тебе, не нравится, да, ты должен, опять же, не должен показывать свой негатив в отношении своих партнеров, своих друзей. А также в отношении тренера, да, там что ты мне там говоришь, я лучше тебя знаю. То есть, в принципе, да, вот потихонечку уже это все закладывается. Что касается непосредственно соревнований, когда ты приехал туда, ты должен, опять же, доверять тренеру, потому что перед каждой встречей, помимо того, что у тебя есть какой-то план, есть у тренера план на схватку. Он тебе ее рассказывает. Вы вместе как бы договариваетесь, потому что ты смотришь это все изнутри, как спортсмен, тренер видит это снаружи. И когда вы вдвоем как бы такой дуэт шикарный, который там входит друг в друга, то вы придете к общему консенсусу, который приведет к победе. То есть, да, тренер говорит, вот смотри, там, этого парня мы знаем, сейчас вот ты возьмешь такой захват, сделаешь так. Ты говоришь, хорошо, да, я согласен, что этот захват пройдет, но вот здесь будет мне тяжело, потому что я вот пытался, все, тренер такой, хорошо, тогда мы сделаем вот так. И ты на доверии, да, как бы уважение, доверие к своему тренеру, делаешь так, выходишь и делаешь. Здесь не должно быть такое, что типа, а мало ли, что там мы с ним поговорим, я сейчас выйду, сделаю по-своему. Потому что, что бы ни говорили, все равно спортсмен, когда проигрывает, это поражение и его, и тренера. Человек, когда спортсмен, когда выигрывает, это также победа и его, и тренера. И здесь не должно быть такого своего рода эгоизма. Да, то есть, да, ты, выходя на татами, ты представляешь не только себя, но и тех людей, которые тебе помогали тренироваться, твой коллектив.
твой тренер, который опять же тебе помогал. И ты не можешь выйти и, как бы, сломя голову, нестись там на соперника, все, и считать это «я храбро поступил, ринулся». Нет, это не храбрость, это эгоизм. То есть здесь вот, ну вот как бы вот оно такое. Пришел человек нехрабрый. Да. Ребеночек. Да. Боится зайти в зал. Да. Дзюдо делает из него. Да. Храбрый. Да. Это однозначно. То есть у нас, ну скажем так, тоже есть пример, когда человек был, ну, скромненький такой, все. Сейчас я вообще так не скажу. То есть, ну, в хорошем смысле слова. То есть, да. Его, в принципе, и отдали для того, чтобы он, ну, стал более мужественным. Что. То есть, да, вот именно поверил в свои силы, да, стал мужчиной, в прямом смысле слова. И когда там прошло уже сколько там, полгода, чуть меньше даже, человек, который его знал до этого, его встретил, думаю, слушай, это другой человек. То есть, да, прям видно, у него появилась уверенность в себе. То есть, да, что касается уважения, оно было у него как бы всегда. То есть, да, опять же, правильное воспитание дома. То есть не то, что там он пришел ко мне такой там, можно же по-разному там из-за угла заглядывать в зал, да, быть таким гнилым внутри человеком, да, нет, а здесь именно было, что у него было уважение, и все, просто вот забитость не то слово, это как-то очень грубо, а он был скромный. Вот прям именно скромный такой, ну вот прям вот. Чересчур. Да, да. Но то, что, вот вы согласны с тем, что храбрость – это смелость делать то, что считаешь правильным? Ну вот вы в своей жизни считали, вот когда-нибудь, вот это вот для меня правильно, и я буду идти вот наперекор всему? Вы знаете, нет, так я так все время и делаю, только я не считаю, как вы со мной. Вы не считаете, что это храбрость? Несмотря ни на что. Знаете, наверное, мы с вами можем это назвать храбростью, а кто-то назовет это идиотизмом. Для чего? Хорошо, вот ты кричишь, ты там добиваешься своего, ты знаешь, что ты прав, ты храбро идешь и все остальное. Что тебе это принесло? Что мне принесло? Выработать в себе смелость отстаивать свои принципы. Ну и хорошо. Знаете, вот вчера буквально же мне там люди показали видео, я думаю, что знаете, да, ну, помните, Ярослав Михайлович Кирилл. Да. Вот у него там спросили, да, у него же там, в принципе, получается, вот три спортсмена, которых, ну, яркие, которые он там тренировал, это Юра Соколов, да, Сережа Косоротов, ну и я, причем все трое, да, чемпионы мира. И когда ему задали вопрос про меня, человек просто сказал, говорит, ну, не повезло вам. Не повезло в каком плане, то есть, имея, там, я на протяжении, там, по-моему, 5 лет, там, чуть больше, был первым в рейтинге мировом, причем там с гигантским отрывом, там, не то, что там своих спортсменов, а ну, с ребят по команде, да, а от международных, и тем не менее, как бы, возили других. То есть, да, а я честно говорил, прям доказывал, там, рубил все вперед, как бы храбро шел, ну, что это было? Другие по-другому. Как что дало? Ну, все-таки вы добились своего. Ваша заветная мечта. Смотрите, быть участником Олимпийских игр и завоевать там медаль. Я скажу, а если бы вы, может быть, сказали бы. У нас, и все, понимаете, возможно, где-то в другом месте, это да. У нас не всегда любят эту честность, не всегда любят эту браваду и все. Потому что у нас многие привыкли к тому, что это вот так. И это прокатывает. Это прокатывает. А когда ты идешь вперед, и ты чувствуешь, о, слушайте, вот он сейчас туда попер, а он же может еще и на мое место присесть. О, не, нам такие не нужны. У нас любят так, чтобы ты присмыкался. То есть, да, вот та философия дзюдо, которая есть прямо. Подождите, хорошо, любят так, чтобы ты присмыкался. Что теперь, всем присмыкаться? Так многие так и думают. Ну, я вам серьезно говорю. То есть, мы-то и занимаемся для этого дзюдо, понимаете? Вы не повесили кимоно на крючок, понимаете? Не сложили его там в чемоданчик, в чуланчик. Я, наверное, как бы в этом плане как исключение из правил. То есть, да, я прекрасно понимаю, что у меня очень плохие отношения там с федерацией, как раз именно потому, что я всю жизнь говорил как бы правду, как есть, так и есть. То есть, да, и тот же там последний инцидент, который был, да, я был прав. То есть, да, по кодексу я сделал все правильно. Я говорил правду, я честен был все это делать. Но людям, которые
скажем так. Причем я с уважением к ним отношусь. То есть здесь нет такого, да, я уважусь с уважением, отношусь с уважением. Но тем не менее, эти люди, которые должны были это все поощрить, так как я сделал правильно, по кодексу, они сделали так, делают, даже не сделали, а делают так, что я еще в этом всем виноват. То, что я был честным. И все это дело преподносят так, что ну, людям уже неприятно слышать то, что ты скажешь. То есть, да, мы сейчас... Но все равно, я, вы были храбры. Так, нет, я все равно сделал, как я захотел, да, потому что я знал, что я был честен и все, потому что меня удивляет, да, не зря же говорят, там, рыба гниет с головы, да, те люди, которые занимают высокопоставленные посты, мы не будем говорить о государстве, мы говорим чисто о непосредственно нашем виде спорта, они вот должны, наверное, перечитывать вот эти вот кодексы, да, прекрасно, и делать все, чтобы их... за это уважали, то, что они это все поддерживают. Плюс знать философию дзюдо и не быть хорошими ораторами, которые могут это все сделать во благо себе. То есть, да, если мы команда, да, то все должно быть именно в плане команды. Ты должен не выделять кого-то, ты не должен выделяться сам. Мы коллектив, мы команда, мы работаем над одним делом. Ты не должен выставлять свое «я» выше других. Ты должен быть честен по сравнению, по отношению к другим. Ты должен быть дружелюбным, говорим о дружбе, дружелюбным ко всем. С уважением ко всем относиться, искренне, иметь самоконтроль, чтобы ни на кого не сорваться. Да? И еще куча всего, то есть все, что написано непосредственно в кодексе, ты должен делать. И быть примером, чтобы тебя как раз за это и уважали. А когда, извините меня, наверху, люди не всегда честны, искренне в своем негативе, когда самоконтроль иногда на нуле, храбрость, наверное, вообще отсутствует, или храбрость только существует в том, что он понимает, что если человека выгонит, то ему никто ничего не сделает. Ну, я не считаю, что это храбрость, это, наверное, больше подлость. И куча еще всего. И после этого я, ну, как бы, вот как спортсмен, я не буду уважать этого человека. Вежливость. Уважение других людей. Вот так это. Вежливость, я скажу так. Вежливость, она есть. То есть, да, опять же, начало тренировки. Да, мы все делаем рей, поклон, все, конец тренировки точно так же, да, мы с уважением, вежливо, все. Начало схватки, опять же, сделали поклон. Плюс во время схватки может получиться такое, что кто-то кого-то задел. Да, опять же, вежливо человек тянет руку, типа, извини, получилось. Другой надел в руке, вежливо, с уважением друг к другу относится. То есть мы прекрасно понимаем, что мы занимаемся не шахматами, да, а все-таки у нас контактный вид спорта, и может получиться так, что ты нехотя...